мордовской столице участников автопробега ждали сразу две газеты – «Эрзянь правда» и «Мокшень правда». Их издание обусловлено языковыми особенностями мордовского народа. Кстати, «Мокшень правда» – единственная в мире газета, выходящая на мордовском языке «Мокшень». Спасибо, что вы предоставляете мне слово. Да. Я очень тронута вашим вниманием еще раз и таким приемом. Мы действительно приехали в гости, и я представляю издательский дом «Ульяновская правда», в который сегодня входит 15 изданий. Имя, собственно, издательскому дому дала старейшая газета региона «Ульяновская правда», которая в ноябре месяце отметит свое столетие. Республиканские издания не намного моложе «Ульяновской правды». В сентябре национальные газеты отметят свое 96-летие. Как оказалось, саранские коллеги внимательно следят за судьбой ульяновского медиахолдинга. Вопросы, которые задавали журналисты, касались не только внешнего вида и формата наших изданий, но и контента, структуры работы. Кроме того, в мордовской столице ульяновская делегация неожиданно нашла бывшего подписчика. С вашей газетой «Ульяновской правдой» я лично знаком очень давно. В советское время выписывали это издание. И лично мне она очень симпатизировала. Причина. Во-первых, мне нравилась верстка. В газете было много аналитических и хайлёвских очерков. Особенно мне нравился сочный язык. Вспоминаю эти времена. Мне вот, конечно, стрепетного умения я взял сегодняшнюю газету. С пустыми руками ульяновцев не отпустили. Они уехали с памятными подарками и сувенирами. А саранских соседей ульяновские правдинцы пригласили к себе с ответным визитом в октябре. Эльвира Зямалова, Сергей Ершов. Новости «Ульяновской правды» из Саранска.